В Славянском районе много интересных молодых людей, которые могут реализовать себя в творчестве и спорте, найти увлечение по душе. Их всех объединяет желание сделать этот мир ярче, а самое главное – свободным от наркотиков. Вот так ярко и зажигательно стартовал фестиваль неформального молодежного творчества «Яснодей» в Славянске на Кубани, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятие прошло в рамках грантового проекта «Мой стиль жизни сегодня, мое здоровье и успех завтра». И этот лозунг славянская молодежь поддерживает, демонстрируя, что наркотикам есть альтернатива. Это танцы, музыка, спорт и масса других молодежных увлечений. В фестивале приняли участие около 30 ребят. Они исполняли современный танец, хип-хоп, дэнс-холл, а также пели бардовские песни, читали рэп. На один вечер скейт-парк превратился в большую сценическую площадку, где яркие и неординарные представители славянской молодежи могли поделиться своим творчеством, получить заряд для дальнейшего развития. Такие фестивали со стабилизацией эпидемиологической ситуации планируется сделать регулярными. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».